Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы хотим сделать обзор Glitter Dark Violet 10 грамм. Glitter представляет собой блестки яркого цвета. Придумали использовать блестки для косметических целей еще в 20 веке в Европе. Сегодня Glitter пользуется сумасшедшей популярностью во многих косметических и арт-областях. От размера Glitter зависит качество рисунка. Широко применено в блеск тату и нейл-арте. Мастера маникюра давно завлекают клиентов именно разнообразием глиттеров и умением ими красиво оформить ногти. Под специальную трафаретку с клеем можно сделать блестящую картинку на теле. Глиттер мыловарения относительно недавно стал пользоваться популярностью. Блестящие частицы смешивают с расплавленной мыльной основой и застывая получается мыло с блестками. Масла для тела применяют глиттер очень мелкой фракции с перламутром. После такого масла все тело сверкает и блестит. Купив глиттер в магазине мыловарения, вы откроете для себя много новых рецептов мыла с блестками. Применение глиттера в бытовой жизни таково. Мыловарение, мыло с блестками, косметика, блеск для губ, помада, масла для тела, крема, макияж, лакокрасочные работы, рисование картин, производство светоотражающих билбордов и вип-бордов. Нейл-арт – рисование на ногтях. Блеск тату – нанесение на тело рисунков с глиттером и клеем. Творчество – аппликации, игрушки, поделки, картины, декорирование, стильное оформление дискоклубов, баров, ресторанов и детских развлекательных центров. Вот в таком пакетике мы отправляем глиттер нашим покупателям. Вот такой он красивый, блестящий. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!